В городском парке культуры и отдыха для самых маленьких жителей Щелково провели развлекательную программу «Согревающие объятия». Аниматоры в костюме веселых снеговиков, лис и волков устроили занимательные конкурсы для ребят. Так, участникам нужно было обнять как можно больше человек за определенное время, а еще поучаствовать в лыжном забеге, а также показать свои умения в различных подвижных играх. По окончанию интерактивной программы все желающие могли сфотографироваться со сказочными персонажами. Объятия, игры и, конечно, позитивные эмоции согрели всех участников мероприятия в выходной предновогодний день.